Если мы завязываем на целый легкий страховочный узел срединный проводник, то мы можем в этот узел спокойно пристраховаться своим страховочным усом, тем самым получив точку подстраховки на этой веревке. Например, чтобы снять и распутать страховочное устройство или переставить его куда-то. То есть этот узел, пристрахованный усом, надежная, полноценная точка страховки. Мы можем его протянуть выше, не развязывая, стараясь не засунуть пальцы в этот узел, если нам это надо, увести его повыше или даже иногда пониже. И эта штука у нас остается все время полноценной точкой страховки. Мы можем даже на рабочей веревке такую штуку сделать, но нам надо со спусковины сесть на короля, потом пристегнуть ус, потом слезть уже опять с короля, и мы повиснем уже на двух усах, если нам такое требуется. Но чаще всего обычно именно на страховочной веревке используют этот узел для того, чтобы распутать страховочное устройство, например, или переставить куда-то. Почему этот способ в многих местах и многие люди не знают, я не понимаю.